Утро, идем на завтрак. Ущелье, горная местность, территория Чикальского заповедника. Природа невообразимая, огромные горы, энергетика сумасшедшая. И вот там наверху наш ресторан, куда мы сейчас будем собираться просто, чтобы позавтракать. Ну а после завтрака, нормальные герои всегда идут в поход, мы пойдем в горы, туда высоко. Здесь, конечно, не попадет на камеру, будет у нас большой обход через горные реки, в скалистую местность. Это неописуемо, это словами не передать, пошла кушать скорее. Идем в поход. Ну как поход? Фотосессия. С собой полный рюкзак шмотья, украшений, косметики. Надо еще дойти. Взмыленные не сгореть. Все обмазанные двадцаткой, потому что горишь в горах сразу. Тут даже самые те, кто не горят, сгорают. Потому что надо полагать, что мы находимся ближе к солнцу. И воздух более разряженный, солнечные лучи лучше достигают поверхности кожи. Пока я одышиваюсь, потому что тяжело подниматься все время в гору с огромным рюкзаком еще после завтрака. Посмотрите, вот так тут все сыпется. Особенно, когда ледники тают после зимы. Все вот это вот в воде вниз течет. И внизу шум горной реки очень глубоко внизу. Я, разумеется, подходить к краю не буду, там обрывы. Я не совсем ку-ку. Вот. Наша турбаза очень-очень далеко, там уже ее не видно. Вот сила природы, видите, кусок скалы. Сели, оползень, что там было после весны. Все летело и все обкалилось, часть скалы. Вот упало, дерево пришибло. Но каким-то образом, все равно, видимо, оно корнями стоит в земле, поэтому листочки есть. Видите, оно не мертвое. Тут, наверное, видео не покажет, но толпами выпрыгивают туда-сюда кузнечики. Вот я иду из травы в траву. Почти все врезаются в мои ноги. И надо полагать, если бы я была без штанов, если бы у меня были бы голые ноги, мало того, чтобы они уже давно сгорели бы в первые полчаса, мои бедра и голени белые, вот, так еще вот это вот надо, чтобы вот эта вся моська своей башкой врезалась куча насекомых, в частности, кузнечики. Я-то их покой сейчас нарушаю, они тут, у них тусовка утренняя, а я тут... И немножко вас познакомлю с полезными горными травами. Ой, сколько кузнечиков, ребята, топайте отсюда, топайте. Так вот, вот это вот бессмертник. Я в свое время, когда была студенткой медвуза, еще здесь в Ташкенте, в Ташкентской медицинской академии, увлекалась очень сильно травами. Прям даже меня однокурсники называли, кликуха была у меня бабушка Агафья. И вот эта вот штукенция очень хорошо помогает при болезнях печени, желчевыводящих путей, желчного пузыря, оказывает желчегонные действия. И в том числе антигельминтные. Но я сейчас собираться-то не буду, я уже как бы отошла от этого. Я уже не совсем... Да, и это то, к чему мы шли, в том числе одно из моих любимейших локаций в горах. Это Сай, он же горная речка. Вода здесь чистейшая, ее просто можно пить, офигенная, вкусная вода. Очень холодная, настолько ледяная, что если я вот там в мини-бассейн ногой встану, у меня просто сведет сразу все на свете, адски холодная. Послушайте шум от водопадов. Ледяной горной воды. А вот вам и горная ежевика. Вдоль Сая растет. Здесь и воды достаточно. Она, конечно, кисленькая, но очень полезная. Куча всего в ней, мы тут стали кушать ее.
А вот это горная мята. Я ее тоже не удержалась, возьму с собой. Мята вообще чрезвычайно полезна. Напомню, мятное масло обладает спазмолитическим и сосудорасширяющим действием. По этой причине она очень в пищеварении полезна. Она же расслабляет желчные протоки, протоки поджелудочной железы в том числе. И чай с мятой всегда очень активизирует пищеварение, поэтому в Узбекистане очень часто его пьют. Лучше идет, отходит содержимое желчного пузыря, поджелудочной железы, улучшается пищеварение. Но гепатоникам, в частности мне, в чем ее минус, нежелательно много употреблять. Надо полагать, что она еще расширяет сосудики. Ну и поэтому давление, сами понимаете, будет снижаться. Вот. Но зато перед сном хорошо, если вы страдаете некоторыми сложностями засыпания, сосудики расширятся. Или если вы склонны к повышению давления, чай с мятой – это прям ваш. Обратите внимание, сзади меня, вот я стою на фоне, палатка небольшая, там супруга взрослые пришли сюда. Вот так живут отшельниками какое-то время, может, не знаю, неделю-две, месяц. Купаются в сае, соответственно, в сае горном. Все продукты берут с собой, консервы, разводят костер в камнях, палатка. Потом все с собой забирают, разумеется, мусора не оставляют. А мы идем дальше, смеркалось.